Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Infa, перед нами Xiaomi Mi 10 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве отключить звук затвора в камере. Для этого открываем саму камеру и справа сверху нажимаем на три палочки. Дальше выбираем настройки. Здесь в настройках листаем пониже, где-то практически в самом низу у нас есть пункт звук затвора, его здесь можно включить или выключить. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!